Приветствую вас, парни и девчонки, и сразу же к делу. К нам в город уже завезли новые мини-фигурки из 13 серии. Вы смотрите видеообзоры от блога «Сын, отец и игрушки». Погнали! И так как это первый обзор на данную серию, давайте осмотрим сперва пакетик. Мне сразу же приглянулся вот этот уголок, где красуется надпись «Собери и выиграй». Но не спешите радоваться, все, что вы выиграете, это персонажа себе для онлайн-игры. Двигаемся дальше. Здесь у нас ограничение по возрасту 5+, ниже артикул 71008, есть тут и логотип «Лего». Куда без него? Ну и, конечно же, надпись мини-фигурки. Львиную долю места занимает, естественно, некоторые из фигурок этой серии. А нижняя часть отведена для обозначения серии и пары строчек, говорящих нам о том, что в пакетике одна фигурка, а коллекция состоит из 16. На обороте, как всегда, ничего интересного. Вскрыв упаковку, мы там обнаружили девушку-единорога. Данная фигурка состоит из 7 деталей, если я правильно насчитал. И, конечно же, есть там и буклет. Несколько слов о нем. Спереди все как обычно, изображение всех мини-фигурок этой серии. С обратной стороны новый дизайн. Но сейчас не об этом. Есть здесь вот этот код, который вам предлагают ввести на сайте. В общем, вводите в строку, указанный на буклете, сайт, жмете на картинку «Есть код», далее вводите его и читаете что-то вроде «Поздравляем, вы выиграли, получите приз», стрелочка указывает вниз. И куча других букв, говорящих о том, что код работает, играйте единорогом на здоровье, в онлайн игру, бла-бла-бла. По-моему, все как и в 12 серии, только там было прямо сказано, что код для игры. Не понимаю, зачем было вводить в заблуждение очередной рекламный трюк, что поделать. Однако, давайте двигаться дальше. Дайте мне несколько секунд на сборку, а потом подробно осмотрим фигурку. Вот такая замечательная мини-фигурка получилась из 7 деталей. Немножко покручу ее, чтобы вы полюбовались. Ну что, все? Хорошо, хорошо, еще кружочек. Ладно, хватит, давайте подробненько осмотрим нашу девушку-единорога. И начнем мы по традиции, естественно, с головного убора. В данном случае это маска единорога, которая, я должен отметить, выглядит очень здорово. Единственным принтом являются глаза нашей чудо-лошадки. Ноздри изобразили в виде небольших углублений, милые ушки и замечательная нежно-сиреневая грива. Спереди, естественно, отверстие для лица. С другой стороны, те же детали – ноздри и глазки. А что касается рога нашей лошадки, так эта деталь мне весьма знакома. В 12 серии у космошахтера такая была. Другого цвета и использовалась, конечно, она по-другому. Рог съемный, а если его убрать с головы, там будет вот такая вот дырень. Думаю, не стоит вынимать данный предмет из головы бедного животного. Далее, естественно, голова. Здесь мы имеем прекрасный принт женского лица. Легкая ухмылка, забавные веснушки на щеках, бровки, как говорится, домиком. В общем, весьма милый образ получился. Лицо у данной фигурки одно. И несколько слов о теле. Принты есть только спереди, один из них на груди, там изображены разных цветов звездочки, и второй на ногах. Я так понимаю, это имитация копыт. Как я уже говорил, сзади нет принтов, однако есть чудесный хвостик приятного того же сиреневого цвета. Насколько я понимаю, это уникальная деталь, и раньше ее в Лего не было. Возможно, я ошибаюсь, поправьте меня, если что. А выглядит она следующим образом. И еще, я обнаружил на руках какие-то углубления. Это, судя по всему, новая фишка у Лего. Может, кто в курсе, пишите в комментариях. Пока из данной серии у нас есть только одна фигурка, поэтому не могу утверждать однозначно. В завершении хотелось бы сказать немногое. Во-первых, фигурка получилась отменная. Все здесь классно, принты.
образ. В общем, весьма атмосферно все получилось. И это мне очень понравилось. А с вас я бы хотел получить лайк за оперативность, лайк за фигурку, она ведь классная, согласитесь. Не забудьте про комментарий, а я про оценку в свою очередь не забуду. Однозначно десятка и не баллом меньше. Ну а прежде чем закончить, я напоминаю вам, друзья, что в группе ВКонтакте проходит конкурс, в котором можно выиграть мини-фигурки Лего. В описании будет ссылочка, кликайте, подписывайтесь и участвуйте. Также можно подписаться на мой канал, на мой блог в 3 соцсетях, и загляните на мой второй канал. Также не забудьте рассказать об этом видео своим друзьям. Всем огромное спасибо за внимание. Всего доброго. Пока-пока-пока.